Сегодня министр внутренних дел Чувашии Сергей Семенов провел брифинг, где доложил об основных результатах деятельности органов внутренних дел за первое полугодие этого года. За сухой отчетностью ежедневный напряженный труд полицейских, безопасность жителей в городах и районах, порядок на дорогах. Правонарушений немало, но ни одно из них не остается без внимания. На 1 июля по полугодию органы внутренних дел поступило 148 038 заявлений и сообщений о различных правонарушениях. Это несколько больше, а конкретно на 3,5%, чем за предыдущий период. Но возбуждено уголовных дел на 12,6% меньше, чем также за аналогичный период. Сергей Семенов сообщил о борьбе с экстремистами в интернете, рассказал об уменьшении количества ДТП, повышении раскрываемости убийств, а также о снижении нетрезвой преступности. Всего по республике зарегистрировано 52 убийства, либо покушения на убийство. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период. Они совершаются в сфере семейно-бытовых отношений, как правило, подчеркиваю. Но бывает и, в общем-то, при нарушениях общественного порядка непосредственно. Увеличение количества мигрантов создает определенные риски, но в полиции знают, как с этим бороться. Не далее, чем буквально неделю-две назад органами внутренних дел полиции была установлена, задержана, и сегодня проводится документирование организованной преступной группы, промышляющей бесконтактным распространением наркотиков на территории республики. Установлено несколько десятков таких фактов распространения. То есть дело будет достаточно громкое и резонансное в этой части. Кроме этого, выявлялись организованные преступные группы, совершаемые не жителями республики, в соседних республик, которые на нашей территории распространяли наркотики. Изменения в структуре министерства дали хороший результат. Важно, чтобы и в обществе понимали, что работа по сохранению порядка должна идти совместно. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика.